милости всем призывающим Тебя. Внуши, Господи, молитву мою, вонни глаз умоления моего. Аминь. Во время оно, беники царев мужьего же сын боляше в Капернауме, сей слышав, яко Иисус приди от Иудеи в Галилею, иди к нему и моляше его да снети исцелить сына его. Славитеся, Добреосвященнейший Владыко. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Я смирно мудрее, терпение и любви, дарую рабу Твоему.